Привет, друзья! Сегодня мы с вами канал «Я и мой хвост», и автор и ведущий Олег. Ну и, соответственно, наш холеричный такой невоспитанный пес, который становится уже более-менее социализированным. Ланцер. Сегодня мы будем с Ланцером заниматься... Нельзя! Сегодня с Ланцером мы будем заниматься командой «Ко мне». Ну, это самая главная команда для собаки. Она в рационе, скажем так, Ланцера отсутствует целиком и полностью. То есть он может соизволить подойти, а может и не соизволить подойти. Поэтому мы сейчас будем устойчивую реакцию у него, устойчивый рефлекс формировать на то, что команда «Ко мне» — это самая вкусная, самая хорошая. У меня уже был один сюжет, направленный именно на обучение команды «Ко мне». Там я чисто мотивированного на зооветальную мотивацию, то есть на пищевую мотивацию, собачку мотивировал. Здесь немножко другой случай. Он более мотивирован все-таки не на подкормку, хотя подкормку тоже берет, но на игру. Поэтому здесь немножко другой подход, но суть примерно та же самая. Мы будем немножко отходить с собачкой. У нас здесь пространство замкнутое, поэтому поводок, в принципе, нам не потребуется. Ланцер, ко мне, ко мне. Молодец. Камни, камни, камни. Ай, браво. Камни, камни. Камни, камни, камни. Лапки ставить не даем собаке. Это признак доминирования. Камни, камни, камни. Хорошо, хорошо, молодец. Молодец, все, иди гуляй. Сейчас он с игрушки вполне возможно не подойдет, мне придется забрать сначала эту игрушку. Но суть вы примерно поняли. Вот так вот сейчас больше делать не надо. Я сделал 3-4 подхода команды «Ко мне». Сейчас собака должна будет отдохнуть. Мы уже с вами знаем о том, что заканчивать упражнение нужно именно на пике азарта. Почему, я вам уже неоднократно рассказывал. Итак, будет продолжение. «Ко мне». Ай, молодец, брат. Ай, молодец. Ко мне. Ай, молодец, браво. Ко мне. Ланцер, ко мне. Ко мне. Хорошо, все, гуляйте. Напомню, что я делаю. Когда я отбегаю от собаки, я у нее пытаюсь вызвать вот этот вот охотничий рефлекс. То есть, когда убегает человек, собака, как охотник, любую жертву начинает преследовать. У нее это в подсознании находится. И вот таким вот способом мы, собственно говоря, с вами добиваемся того, что собачка выполняет команду «Ко мне» охотно. А когда она получает еще дополнительное поощрение какое-то, ну, соответственно, ей более хочется выполнить эту команду. Вот так вот формируется ваша взаимосвязь эмоциональная. Никогда за эту команду нельзя наказывать. То есть, если вы позвали ко мне, собака к вам не пришла, некоторые владельцы начинают догонять. Ну и что вообще уже, собственно говоря, делать нельзя абсолютно. Начинают ее бить за это. Команда «Ко мне» — это единственная команда, которую вообще нельзя наказывать. Вот за эту команду вообще. То есть вот так вот будем действовать дальше.